Если вы хотите переехать в Европу, но не знаете, к кому обратиться по поводу легализации, то вы попали на нужный вам канал. Наши специалисты в области иммиграции помогут вам оформить любые документы в Европе. Это может быть студенческое ВНЖ, рабочее ВНЖ, воссоединение семьи. Также вы можете обратиться к нам по таким вопросам, как оформление шенгенской визы, страхование, аренда и покупка жилья. По любым волнующим вас вопросам по переезду в Евросоюз вы можете обращаться по ниже указанному номеру телефона. Все консультации проводятся абсолютно бесплатно. Сундук Travel желает вам легкой и успешной иммиграции. Всем привет, дорогие друзья! С вами канал Сундук Travel. Сегодня у нас Иван, Анна и в гостях Екатерина. Всем привет! Да, мы находимся, ребята, в Любляне, в старом городе, в старом месте. И у нас сегодня Екатерина нам хочет рассказать, что ей все-таки не понравилось за первое время в Словении и в Любляне. Начнем да. С минусов. Да, с минусов начнем, потом ребята. Потом будем плавно переходить на плюсы. Да, поэтому, ребят, послушайте. Действительно очень интересно. Человек новый и рассказывает интересные вещи. Друзья, и теперь у нас самый главный, первый вопрос для Екатерины. В чем же все-таки Екатерина хочет похаять нашу Словению? Потому что мы так с Аней постоянно рекламируем Словению, говорим, как тут все классно, переезжайте в Словению. Екатерина нам в первые дни выдает информацию. Ребят, лучше вам послушать сейчас, в чем же главный минус Словении, который Екатерина заметила. В первые дни причем. Это как сюда вообще добраться и аэропорт. То есть здесь отсутствуют лоукостеры, самолеты по низким ценам. Даже там, пока моя шенгенская виза еще была действительно, у меня друг, допустим, живет в Польше. И прямой перелет 1.5 часа, но вот их авиакомпании лот 300 евро в одну только сторону. И, соответственно, я тоже смотрела, думаю, слетаю там, как я добиралась из Франции. Получается очень дорого. Дорого и неудобно, да, либо из Англии, это с пересадками. Да. Нет, из Словении, именно с Любляны, можно куда-то прямым рейсом добраться, да, если Париж. Это дорого? Да, это... Миллионеры для словенцев, слушайте, в Словении должны быть жить миллионеры, а нам, беднякам-то, как быть-то? Автобусы, поезда, вот эта инфраструктура развита хорошо. Самолеты отпадают. Самолеты надо до Венеции, вот чтобы Визейром или Будапешт. Значит, все-таки садиться в тачку, прыгать, ехать в Венецию. Три и часа. Уже 3 часа, и из Венеции куда угодно можно добраться. Быстро. Ребята, миллионеры, денег до хрена в Словению, бедняки. Будем как-то вот так вот перебиваться на попутках. Ну, а мы продолжаем, ребят, не переключайтесь. Ну, хорошо, например, выкрутился ты из этой ситуации, а как скажешь... Насчет того, что пока ищешь жилье, живешь в букингах, Airbnb, все от 100 евро, да, и тебя постоянно просят заплатить наличкой этот налог. Хотя вроде все уже оплачено картой. Оставьте, подожди, получается, ты на букинге картой заплатила за проживание, там написано все включено. Налоги включены. Да, и потом тебя еще просят дополнительно заплатить. Там есть такое, что потом, когда в самом конце туристический налог, но тебя не регистрируют, не спрашивают твой паспорт, куда они эти деньги, возможно, просто оставляют себе. Получается, такое маленькое мошенничество присутствует? Неизвестно, это... Мошенники только... в Словении, видео называется, мошенники в Словении на уровне букинга, продвинутые. Сколько раз? Ну, слушай, Кать, на самом деле, да, на самом деле, где-то, да, это требуется, действительно, это так. Некоторые требуют дополнительно заплатить. Но я считаю, что действительно ты права. На самом деле, если в букинге написано, прописано, что у вас все оплачено, проплачены все туристические таксы, я считаю, что правильно не оставлять никаких денег. Тем более, они тебе не дают подтверждающий чек, что ты оплатила за регистрацию. Ну, а сколько людей спросит потом этот чек, конечно. Вот, вот. Ребята, смотрите Сундук Travel, смотрите Екатерину. Мы ссылочки на Екатерину оставим все в профиле, в описании, поэтому она вам действительно расскажет. Екатерина на своем примере сейчас проходит все.
и проверяет, насколько все реально, где в Словении безопасно, а где небезопасно. Поэтому вам надо смотреть Екатерину, подписывайтесь на ее ссылочки, будут в описании. Ну а мы продолжаем, ребята, не переключайтесь, все самое интересное будет только впереди. Ну что, Екатерина, хейт мы, конечно, услышали, да, но все-таки в Словении же действительно есть вот колоссальные плюсы, которые ты и сама подметила для себя. Конечно, я была удивлена, я все время была влюблена в Италию, и вот съездила на выходные, я поразилась, насколько колоссальная разница чистоты в центре города, там, Триест, например, и Любляна. Это просто вообще небо и земля. Мне уже хотелось вернуться поскорее в Любляну, потому что вот это чувство какой-то безопасности, чистоты, вот комфорта. В Италии все-таки с этим как-то иначе. Ага, получается, тебя очень сильно здесь заинтересовала, наверное, да, культура местного населения соблюдать чистоту. Да, и лица у всех такие расслабленные, люди как будто бы, не знаю, спокойно живут свою жизнь, все комфортно. Как будто все миллионеры, и у них нету проблем на завтрашний день. Да, в Италии же тоже Dolce Vita, но я почувствовала вот эту разницу. Все-таки итальянцы немножко темпераментный народ, да? И на лицах не всегда видно радость. А у словенцев действительно, ребят, если вы заметите, есть вот что-то такое, что я раньше слышал о Соединенных Штатах в Америку, когда люди приезжали и говорили, ой, там тебе все улыбаются, все довольны и счастливы. Положительные, да. Ребят, я думаю, это все-таки зависит напрямую от благосостояния человека. Если у человека с финансами все в порядке, с зарплатой и с работой, и он знает, что завтра придет домой, у него есть что кушать, есть что детям купить и отучить, и одеть, и обуть, и отправить в отпуск, то он, да, соответственно, он счастлив. Я думаю, это самый главный плюс, который действительно, он вот тут наверху, вы его сразу замечаете. Не только это, что чистота, а жизненное благополучие словенцев. Ну и немаловажно то, что в этой стране все есть. То есть, например, я сейчас буду ожидать свои документы 1.5-2 месяца. Ага. Здесь есть море и горы, и разные глэмпинги, там, то есть такие озера. И я не думаю, что мне будет в этом плане скучно. Неужели настолько развита Словения, что тебе здесь не будет скучно пару месяцев в ожидании твоего вида на жительство? Да, обычно я очень много путешествую, но так уже посмотрела в интернете очень много разных интересных штук. Ага. И ты посмотрела, что ты до этих мест, куда ты хочешь, допустим, в кемпинг отправиться в горы или в кемпинг нужна на море. Машина, да. Машина, да, машина. Вот это опять это, блин, минус Словении. Можно арендовать, но мне из Черногории скоро приедет моя машина, так что... Ага, ты будешь передвигаться, у тебя все супер, у тебя все схвачено. Да, эти автобусы. Ну, получается, в Словении автомобиль, ребята, это не роскошь, а средство передвижения, которое действительно надо, да? Да. Если ты на автобусах ездишь, ты можешь уехать хоть куда, хоть на поезде, хоть на автобусе, хоть на самолете. Ну, допустим, самолеты, давайте признаемся честно, да, самолеты дорогие, из Любляны перелеты, ну, можно поймать дешевые, но надо заранее. Mm-hmm. А вот, допустим, если автобус или поезд, не совсем удобно. Да, поезда иногда время, медленные. Неудобно со своим, да, багажом, а машина просто идеальный вариант. Закинул, да, все вещи, и ты свободен. 3 часа сюда. А какие дороги? Дороги? Ну, это мы узнаем. Идеально ровно, я тебе говорю. Это ты мне расскажи. Ну, я тебе сейчас рассказываю. А потом меня Екатерина захейтит. А чтобы узнать, что напишет Екатерина о дорогах, о кемпингах, о горах и море в Словении, посмотрите в Инстаграме и в Ютубе. Да, на следующей неделе у меня уже будет автодом, и я, собственно, буду познавать такой дикий отдых. О, ну слушайте, это крутой, я думаю, крутой сюжет. Словения идеально, да, да, да. Я думаю, это крутой сюжет. Ну, а мы, друзья, наверное, на этом завершаем наше видео с Екатериной. Екатерина немного нам сегодня ответила на вопросы, немного рассказала свое первое впечатление. А чтобы, ребята, оставаться в курсе, я еще раз скажу, ссылочки в описании. Подписывайтесь, да, и ставьте лайки. С вами были Иван, Анна, Екатерина на канале Сундук Тревел. Всем пока-пока, до новых встреч, друзья!